Ух. Так, а теперь давайте посмотрим, во что они превратили берег моря. Красивейшее место на Земле. Берег Атлантического океана. Фактически, как говорил один мой друг, это как в Африке. Он показывал ролики. Они используют берег моря как свал. Как большую-большую мусор. Не утилизируемую. Там дальше есть еще порт. Мы находимся сейчас с вами в республике Гаити. Мы подъезжаем сейчас с вами к городу Кап-Гаитиен. То есть гаитянский мыс. Он вот так переводится с французского слова. Я не говорю почти ни слова по-французски. Вот эти придурки еще додумались сжигать этот мусор. Так что он очень вонючий дымил. Вонял. Так, вот тут некоторые собирают его по большим тюкам, чтобы потом куда-то сдавать. Так. Вообще тут когда-то подразумевался изумительный красивый берег. Если была бы это нормальная страна, где был бы пляж, например. И красивая набережная. Но не повезло. Немножко не сложилось. Здесь даже недавно убили президента в этой стране. Это республика Гаити. Это самая бедная, самая опасная, самая грязная страна западного полушария. Скажем так, посещение этой страны рекомендуется для подготовки к Африке. Фактически это та же Африка и есть, только она в Америке. Заселяли эту страну рабы из Африки, завозимые сюда французами. О, сейчас мы будем видеть трубы. Простите, что так трясет. Мы едем сейчас в автобусе. Видите, да, сколько тут у нас грязи, мусора и так далее. Это поехала маршруточка. Такси не спрятали. Ох ты, Господи. Какая красота. Видите, они еще сжигают мусор. Бонжур! Люди до ужаса простые, бесцеремонные и бесхитростные. Так, мы, наверное, приехали, поэтому мы продолжим чуть-чуть позже. Финиш? А мы приехали. Друзья, увидимся. Впереди много интересного. Так, в общем, я пересел из одной тачки в другую. Этот кошмар продолжается. И очень хорошо его наблюдать издалека, извне. Гулять в этой толпе, где дымит, воняет, тлеет и гниет мусор, не самое приятное занятие. А они еще умудряются здесь продавать еду, овощи, фрукты, торговать чем-то и носить что-то на голове. И иметь вот таких привлекательных женщин. Вот видите, продают крупу. Крупу продают. Цибуля, чеснок, морковка. Салю! No! Кто знает французский, пишите в комментариях. Какие-нибудь слова, они мне очень сильно сейчас пригодятся. Я не знаю по-французски больше 10 слов. Я, наверное, даже 10 не знаю. Так, продолжаем вести острый репортаж. Кастрюли, посуда, чашки, пластиковая посуда, стулья, одежда, тряпки. Так, значит, здесь какая-то фасоль крупная. Так, будет еще интересно. Движуха, секонд-хенд, базар, одежда. Сейчас будем смотреть по другому борту. Ну, здесь, конечно, вы видите, да, какая прелесть, какая красота. А все это на фоне моря. Это залив Атлантического океана. О, да, океан. Вот здесь у нас должно быть море. И здесь у нас мост. Мы едем в город, крупный город, красивый.
Женщины очень красивые, но многие стесняются попадать на камеру, поэтому я не буду их сильно драконить. Фу, начинается хорошая дорога, сейчас не будет трясти. Да, простите за качество съемки, иначе никак не получается, потому что в том месте не было дороги и сильно-сильно трясло. Да. Что у нас здесь? Ну, здесь нормально. Вот. Заплатили, поехали дальше. Обратите внимание, такая же ситуация, как и в Доминикане, на каждом углу лотерея. Видите, народ же примитивный, нужно же как-то выигрывать шаровые деньги или хотя бы надеяться на это. Народ очень любит играть в лотерею. Вот она прямо в центре кадра сейчас. Тут повезли кого-то куда-то. Тут у нас уличная еда. Значит, здесь у нас что-то происходит. Стирка, что ли, я не знаю, что там происходит. Что они там делают? Что-то чистят. Натирают. Так, здесь даже заправка есть. Даже заправка, причем заливают в канистру. Заливают в тук-тук, сильно воняет бензином. Там опять лотерея, видите, 50-20-10 на заднем плане. В глубине кадра. Так, да? Хорошо. Хорошо. Здесь у нас технологии для дома. Плиты, газ, солнечные панели. А, вообще, вся цивилизация здесь. Так. Как в этом кошмаре жить, я не знаю. Поехало два чувака. Вот такие барышни у них. Очень аппетитные. Друзья, впереди много интересного. Увидимся. Всех целую, обнимаю. Пускай над вашей головой будет мирное небо. Храни вас Господь. Огромное спасибо за просмотр. Со мной все в порядке. Я уже вернулся. Я жив, здоров. Не волнуйтесь за меня. Не переживайте. Горячий привет из Гаити. Мерси.